фото-видеофиксацию хорошо бы делать. Но единственное, что в суде, как доказательство, такие документы, ну, и материалы достаточно сложно принимаются, но свою эмоциональную часть, скажем так, в судебном процессе они могут сыграть. То есть, если себя представитель компании ведет как-то неподобающе, ну, естественно, судья, даже посмотрев такое видео и даже не приобщая такие материалы к делу, даст свою оценку как человек просто.